Евангелие от Иоанна, 1 глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Бога. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я голос вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал ему в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.
и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий!» Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».